США призывают Россию и Китай к сотрудничеству в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в других частях мира, заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук. США с уважением относятся к тому, что Россия и Китай продолжают диалог. Это не сюрприз для нас. Мы видим, что Россия и Китай имеют возможности для сотрудничества с США. Но в то же время, как отметил министр обороны США Эштон Картер, особенно применительно к России, необходимо отвечать в сильном и сбалансированном ключе на некоторые угрозы, которые представляет президент РФ Владимир Путин на Украине и в других местах, сказал пресс-секретарь. Таким образом он ответил на вопрос, не вызывает ли у США беспокойство укрепление сотрудничества двух стран в военной сфере. Это страны, которые одновременно представляют возможности для сотрудничества и вызовы, резюмировал представитель Пентагона. За последнее время глава Пентагона Эштон Картер сделал ряд заявлений относительно России, в которых раскритиковал политику персонально президента РФ Владимира Путина, отметив при этом, что США готовы сотрудничать с РФ по ряду вопросов в сфере безопасности.